Вот вы просили снимать наши магазины ульяновские. Так, значит, магазин называется «Зеленая улица» на улице Пушкарева. Вот смотрите, какая здесь продукция. В общем, знаете что, к Новому году все уже есть. Все выставлено. Мы сейчас взяли тыквенные семечки очищенные. Сейчас я вам их покажу, какие они есть. Так, сегодня у нас 6 декабря 2021 года. Смотрите, масло льняное. Вот такое и такое. Есть большая расфасовка. По 175. Так, масло конопляное. Масло кунжутное есть по 435, так что хорошее. Смотрите, подсолнечное, как спрей. Вот оно, как спрей, видите? Так хорошо, удобно при выпечке вот так вот ее сбрызгивать. Вот. А, еще оливковое такое же. Так, дальше, значит, смотрим. В капсулах есть разные тоже, видите? Это кто хочет похудеть. Омега-3. Так что, кто ульяновский, приходите в этот магазинчик на улицу Пушкарева. 64 же здесь адрес? 64, вот. Так, есть чаи разные. Черный, 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 зеленый. Ну, я быстренький такой обзор сделаю. Может быть, кому-то что-то приглянется. Так, смотрите, какой-то кокос есть. А это паста, да. Это ореховая паста, кокосовая паста. Вот мы не пробовали, но, наверное, я думаю, что это вкусно. Фундук, пожалуйста. Арахис и шоколад. Девушка очень приветливая. Вас обслужит. Все, все что хотите, приобретете. Здесь Иван чай. Смотрите, сколько чаев-то здесь. Вообще находка. А вот новогодние, смотрите, какие вот идут. Уже идут такие подарочки. Выбор. Так, продолжаю. Смотрите, какие фигурные. Шоколад, вот он стоит, наборчик 275. Смотрите, к празднику, к Новому году. Детям вообще радости, радость какая будет. Вот такие есть. Софья, смотрите, это уже к Новому году все. Интересно, мы зашли. Так, здесь такие вот тоже сахарные какие-то интересные. А, вот, вот, это прянички с сгущенкой внутри, грецкий орешек, да. Вот такие типа как леденцы на палочках, но это не леденцы, конечно, это просто это печенье. Они, да, шоколад-наборчики. Они вот так интересно выглядят. Смотрите, и зайки, и мишки по 55 рублей. Так, и вот здесь вот еще что есть. Сейчас посмотрим, что здесь есть. А, вот здесь, смотрите, прямо набор красивый. Называется «На счастье». Здесь полностью все орешки, какие только, наверное, есть в этом магазине. Угу. А, мед. А мед, смотрите, с орехами. Смотрите, какая красота. И с орехами. И с чем еще? Большие такие банки, смотри, прямо сетки плетеные, вот сеточки плетеные прямо. По 1490. Так, теперь здесь посмотрим. Здесь какие баночки красивые. Вот маленькие баночки. Так. Здесь такие кругленькие конфетки. А вот какие наборчики. Ну, целая корзина. Смотрите, какие наборчики. Это, помните, раньше были, назывались морские камешки? Только это большие, а были-то маленькие вот они. И бронзовые, и зеленые, и цветные, и перламутровые, и белые. А я сейчас вам покажу вот еще. Вот смотрите, полка. Вот я прямо отсюда начну. Смотрите, сколько орешек. Ну, вот на цену смотрите тоже. Приемлемая цена. У них вся продукция свежая. Бананы сушеные. Арахис несколько видов, видите, и в кунжуте, и в сахаре.
А, вот специи. Вот смотрите, допустим, ну, кто что любит. Есть смесь для супа. Потом, значит, здесь вот для рыбы. Вот разные тут травы, приправы. Ой, все есть, все есть. Так, здесь, значит, идут сухофрукты. Смотрите. Так. Здесь по 170. Тут урюк, наверное, с косточкой, наверное, идет. Да, урюк с косточкой, да. Наверное. Угу. Так. Это уже без косточек. Дальше, значит, здесь чернослив. А, сейчас идет скидка на него. Акция. Значит, получается как? Если берем одну пачку, то как получается? Расскажите 20% нам. 20% на одну. Если берете одну пачку, сразу 20% скидка. Если две берете, то? 20% скидка. Акция. Все. На все остальное, где нет единых ценников, скидки при покупке одинаковые. Вот. Вот смотрите, сейчас мы взяли вот такие вот тыквенные семечки. И нам уже сделали скидку на них сразу 20%, потому что мы взяли очищенные эти семечки. И все есть. Папайя и манго. И вот кусочками. Вот такие вот. Чипсы разные есть, и все есть. Так, арахис, фундук разный. Грецкий орех. Дальше зефир, мармелад разный и яблочный, и клюквенный. Так, зефир, ромашка, мелисса, ну это вот тоже травы, наверное. Что такое? А, ну да, это чай, чай вот такой вот, он уже идет в пакетах, видите, фильтры, пакеты. То есть ромашка, мелисса, ромашка, лаванда, чабрец, есть даже аромат овсяного печенья цейлонский с корицей. Магазин работает, все. Все нормально. Так, здесь, значит, мука идет конопляная, семена конопли, протеин и конопля. Так, льняные хлебцы. Ну, в общем-то, и все. Обзор я сделала. Ладненько, всем пока.